Возьми вот этот. Да. Как он упадет? А вот нет? Конечно. Папа теперь. Что же мне взять? Так, давайте я возьму вот тут на боку. Мне кажется, она какая-то скучная уже стала. Мне тоже надоели. Какую-нибудь другую башню бы придумать, что-нибудь интересное. Mm-hmm. Ну, они мне уже надоели, мы все время с ними играем. Я что-то согласна, они такие уже скучные. Что бы придумать? О-о-о! Ничего себе! Вот это идея! А ну-ка убираем вот это все. Так, все, кубики, проваливайте отсюда! Давай попробуем построить из него джентльмен. Давайте! Давай! Из Сниггерса? Нет, ну согласитесь, эта башня гораздо прикольнее. Да. И вот у нас получилась такая Дженга Сниггерс. Мы сегодня поиграем именно так. Я думаю, нам будет так намного веселее. Ну а вы ставьте лайки, если вам нравится наша идея. А мы начинаем играть Дженга Сниггерс. Я первая, давайте. Я давайте по очереди. Вот с меня и пошли. А, ну давай, окей, мама. Итак, мама, тяни. Тут ой, очень тяжело. Очень сложно, мне кажется. Они не такие скользкие. Мы будем придерживать. Давай, ложи давай. Наверх. Наверх. Ой, да, я же наверх должна ложить. Да. Давай, давай, мама. Ладно, придерживай и аккуратненько. Давай. Чего-то все середки тянут. Что такое? Ложи наверх. Давай, не ныкай, не ныкай. Тебе хочется попробовать их? Все середки и ты тоже? А давай вот отсюда. О, только осторожно. Тихо. Есть. А я тоже боюсь. Да. Они еле-еле. Они вообще очень плохо тянутся. Мне кажется, это так опасно. А сбоку, мне кажется, еще опаснее. У кого же упадет Дженга Сниггерс? Милана, придерживай, придерживай, чтобы не упала. Но ей-то хочется больше всего скушать его. Это естественно. А мы тут сидим и ими играем. Эй, нас же есть надо, вы что? Давай ты. Так, ну что, ребятки, какую мне вытянуть? Давайте вот как бы вот так. Ой. Классно. Слушайте, ребята, напишите, а вы когда-нибудь строили Дженга Бум из чего-то съедобного, из чего-то интересного? Из чего-то необычного. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, ну да, отсюда можно тоже, окей. Сюда. Ты все пытаешься украсть, но у тебя ничего не получится. Эй, подожди, мама, сейчас я кину вообще-то. А, да, простите, я увлеклась, это так интересно. Конечно, даже мне интересно. Вот, вот еще серединки вот, есть. Вот отсюда. Да. Вот так вот, хорошо. Хорошо пошла, да? Хорошо пошла, да. Пока неплохо, так, пока все держится, все отлично. Подожди, Маша. Нет, отсюда лучше в серединке где-нибудь вытягивать. Да. Вот смотри, упадется. Вот это вот. Потихонечку, тихо. Оп. Вот так, молодец. Нет, этого я не поставлю, этого мы извини. Ну, у нас уже огромная башня получилась. Я влюбилась в Сниггерсы. Ты влюбилась в Сниггерсы? Да. Так, вот середка, по-моему, да? У нас только один шанс построить большую башню, это доставать их из середки. Все, потом любая боковинка, это все, до свидания, башня. Да. Тебе помочь? Да, вот мне как-то вот делать. Кто любит Сниггерсы, ставьте лайк, друзья мои! Я обожаю Сниггерс. Кстати, но сейчас появился новый Сниггерс с черным шоколадом. Кто, интересно, пробовал его? А с белым шоколадом или с клубничным? А с белым шоколадом тоже был, кстати. С белым был, я точно помню, а с клубничным? С миндалем тоже есть. Еще какие-то. Так. Я не бросила мой Сниггерс. Так, Милана, вот тут вот середка. Вот тут вот серединку вытаскивай, вот тут вот. Опа! Класс, молодец. Быстро получилось. Так. Мама, Мия, так у нас все уже, друзья, середки закончились. У нас уже вот такие палки, как, знаете, как шпалы. Здесь даже я могу вас увидеть через эту дырочку. А нет, не могу. Нет, я могу. А я увидела вас.
Так, давай, знаешь, что попробую? Вот попробую вот это. А что бы ты не пробовал? Думаешь, а вдруг она попробует? А 100%. Та-дам! Та-дам! Милана спряталась. Милана, ты же хотела, чтобы... Ну, бумажки у меня осталось, и придется их... Давайте есть снегерс! Нет, это все наелось! Эта башня интересна тем, что ее можно съесть. Да, это съедобная башня. Да. Кстати, ребята, напишите, как вы думаете, что еще можно сделать с таким количеством сникерсов. Друзья, и кстати, напишите, если вы хотите на нашем канале увидеть другие шоколадки, может быть, KitKat, Bounty, Mars и другие какие-то вкусные шоколадки из Jenga, бум, мы обязательно их снимем. Напишите, какие бы вы хотели шоколадки, чтобы мы сняли, и мы обязательно их напишем. А мы зайчики. Ну, короче, что? Я думаю, что предстоит дело сделать, как говорится, ну, в общем, Милана, не тормози. Сникерс сни. Тоже это не нравится. Да, так. Именно так. Это вкусно. Да. Ну что, друзья, мы были сегодня на канале Family Box, и мы играли в Jenga Boom. Обязательно подписывайтесь на наш канал, кто не подписался. Просто нажимайте красненькую кнопочку и колокольчик, чтобы не пропускать наше видео. И ставьте лайк. Всем удачи, друзья! Всем пока-пока!